Какие отвратительные рожи. Картины все одинаковые. На удивление, все разные. И семья даже одна и та же. Забавно. Необыкновенно. Чую, вынул, засунул. А таз, блядь! Видимо, отсюда нахер, как это дерьмо, блядь, вода будет твориться. Сегодня, короче. Ну твою ж мать, ну конечно же подвал, блин. Батарейка садится. Не. Это слишком. Чё я взял? Таблетки. О! Что там, В нужно нажать, если начинается приступ паники, я так понимаю. Ну, паники у нас будет много, пригодятся. Ты кто? Уйди. Кто такой, блин, вообще? Ну, ты стрёмный чувак. Ты чё, язык себе откусил? Ну все, мы взяли часы за каким-то хреном, пресс. Чё пресс, блядь, то клоус хуй знает. Ага. И чё я с ними делать могу? Куда мне хватать? Что происходит вообще? Я типа могу во времени перемещаться или что, блин? Ох ты, ёбаная, блядь. Чё ты хочешь от меня? И что мне вот надо, ну, блядь? А, вот это, наверное, время нужно выставить. Давай попробуем. Блядь, что-то там приближается какая-то надвигающаяся угроза. Лобысь. Пожрать присели. Какую-то хуйню вы жрете непонятно. Ты вот это прекращай бесоебить, братан. Что? Help me, help. Посетитель 1345. 1345, да? Ага, я понял. 1345. Блять, все это херня со временем, ну это, блядь, ебанистика какая-то. 13:45. Хопа, нету никого. Отлично. Что теперь нам нужно изучать?
блядь, подвал, конечно же, подвал. Что тут происходит? А, стоп, я ж отсюда же пришел, там эта бабка злая, ну и тебя нахер, бабка. Бегим в подвал. Может, там бабки не будет. Бабки по подвалам, да по не лестниц боятся вообще. Твою мать. В подвале у нас имеется свет, ой, блядь, нет. Таблеточки. Как таблетки юзать? Что, заюзал таблетки, что ли? Вроде заюзал. И что, ну что, вот смысл в этой беготне какой? Хуй, соблюсь, я обратно пришел, заперт обратно. Что там на часах? На часах нету стрелок. Вот что там на часах. И вообще ни хрена не понятно, блядь, куда идти, что делать. Иди нахер своим радио, блядь. Что-то картина не берется, хотя вот как бы говорит о том, что. Стой, почему он в подвале, у него начинается какая-то головная боль? Или не в подвале. А как батарейки ж, наверное, еще искать нужно? Сейчас я добегусь, блядь, меня бабка съест нахуй. А хуй там, короче, блядь, только вперед, ни шагу назад. Ну и что, вот, блядь, ну смысл какой в этой игре, блядь, ёбаный брод. Сохранение, блядь, наконец-то, сука. Что-то изменится, блядь, стоп. А вот эти я не открывал или открывал? А хуй с ними. Заперто. А теперь тут заперто, ну ёб твою мать. Ну... Теперь в обратную сторону бегать, я так понимаю. Да нихуя. Перескать часы нужно. А, бабка вот она стоит. Хули ты тут стоишь, ебанутая? Слышь, блядь. Сука, хули ты на меня смотришь там? Ты чё там, блядь? Фаза луны зашла, что ли, какая-то? Что-то ёбнулась совсем. А может, на неё посветить надо? Картина всё так же не берётся. Морозишь. О, сука, завоняло уже, блядь. Ёб твою мать, мухи кружат вокруг неё, блядь. Пизда глупая, блядь. Ну, больше, блядь, никаких часов я не вижу, ну, чтобы мне тут что-то как-то подсказать. Ключ, ёб твою мать. Может, что-то на картине как-то? Я нашел ключ, но достать его не могу. Охуенно. И тут нету стрелок. Ну какого, блядь? Сука. Ты ж не просто так-то мне сюда, блядь, ладошку, блядь, тут пихаешь. Чё там? Я даже могу зрение напрячь. Отдай червя, сова сраная. Как там было-то? Как-то вот так. Охрен там плавал. И бабка больше не атакует, блин. И фонарик сел нахер просто. Хули тебе надо, старая, блядь? Подскажи хоть, что мне делать нужно.